Готовим салат с моцареллой и овощами. Берем белый батон, я нарезала его на средние кубики. Добавляем немного соли, паприки, оливковое масло вливаем. Хорошо перемешиваем и сушим хлеб 5-7 минут. Дальше берем салат айсберг, добавляем огурцы, помидоры черри, моцареллу. Дальше для соуса берем оливковое масло, добавляем бальзамический уксус, лимонный сок, горчицу, соль, перец по вкусу. Хорошо перемешиваем. Дальше к овощам добавляем сухарики, вливаем соус, хорошо перемешиваем. Салат готов. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.